Вроде бы и до свидания, да, дорогие друзья, и чао. Но тем не менее, вот здесь точка, с которой виден принцип Красноярска, принцип левого берега. Как что где стоит построено, видовочка здесь отличная. Но давайте для тех, кто не знает, да, вот она так называемая Китайская стена. Это улица Новосибирская, там 153, это нечетная сторона, здесь там четная. Причем вот тот дом, довольно длинный, у него адрес все-таки еще идет даже Красномосковская. Какие-то дома здесь есть какой-то адрес Яковлева, хотя казалось бы, это же Новосибирская. Эти дома почти все относятся к Минжинского. Вот этот дом, так, где мой палец? Вот этот дом, это Минжинского 9Г, там вдали немножко. Он самый новый из тех, что там построены. Он тот долгострой, с него тоже, кстати, есть у меня видео, и туда уже зрители кто-то просто выпасть, потому что его наконец-то начали обшивать. Фейд заботится о нем. И, наверное, дело доведут таки до конца. Этот очень долгий проект. Железная дорога. Где-то здесь рядом, естественно, завод ВРЗ. Электровагоноремонтный. Так. Ну и вот несколько тут домов, да, новых. Так, в Нью-Йорке можно вроде по газонам ходить. А чем Красноярск хуже, да? Что прошелся по газончику. Вот скажу, что на этой смотровой штучке я даже не был. Хороший отсюда видочек. Вот, пожалуйста. Я думаю, мало кто из красноярцев вообще был вот здесь. Блин, высоко. Здесь само тут уже было бы, наверное, камень взять. Это одна из пяти частей Николаевки. То есть я это называю Николаевкой, но это где-то по площади, ну да, возможно, 1/5. Что Николаевка, она очень обширную тему занимает. Сейчас, конечно, много что снесли ввиду постройки так называемого Николаевского моста. В этом дворе вообще ни разу не был. Поэтому в любом случае нужно сюда спуститься и побывать. Это, здесь это явно самый новый дом в этом районе. Так, ну что? Скажите же, да, что симпатично? Что-то в этом имеется. Я даже не удивлюсь, что здесь все было подзасрано, если... И это все как-то... подчистили. Это нормально. Здесь спасибо у меня в голове крутится. Так. Воу-воу-воу. Типичные дворы Николаевки. Но для меня это не типичная Николаевка. У меня все-таки там больше Николаевка считается. Вот такие вот домики. Они есть и в Калуге, и в Туле, и где угодно. И уж тем более в Иркутске каком-нибудь, да? Денис, может быть, ты закончишь уже свое повествование? Ты же уже ни о чем не повествуешь. А? Блин, мне нравится эта смотровая площадка, мать ее. Великолепно. Она ведь не специальная такая полустихийная. Вот эти вот дома, они по улице Ады Лебедевой. Назвали их, по-моему, как-то на берегу, что ли, дома, или там на Каче. Вот они, да? Кача — это красноярский аналог Яузы. Причем Кача, возможно, даже побольше, чем Яуза. Через Яузу очень много сделано. А вот через Кач все-таки значительно меньше. Но с десятку мостиков точно будет абсолютно. Деспасито. Так, лансер паркуется. Ладно, друзья, теперь точно пока. Давайте. Хорошая картиночка.